Итак, дорогие друзья, часть третья, наши яйца. 9 минут 21 секунда. Выключаю. Я не дождалась чуть до 10 минут, потому что, в принципе, кастрюля была уже достаточно теплая. Поэтому будем считать, что полминуты ушло на ее разогревание. Посмотрим, если за 10 минут на маленьком огне в воке можно сварить вкусные яйца в смятку. Окей, достаем. Смотрим. Яйца целые. 2 ложки воды было всего лишь там. Вода испарилась. Яйца не сгорели. Кастрюля не сгорела. Вот, можете посмотреть. Так, я сполоснула холодной водой. Итак, посмотрим, какое это сильнее. Окей, это сильнее. Так, достаем. Пока выглядит достаточно прочным. Так, возьмем тарелку. Разрежем яйцо. Получилось отлично. Теперь я буду пробовать, как это яйцо на вкус. Пойду за майонезом на всякий случай. Яйца нахожу достаточно невкусными самими по себе, если в них соли нет. И дети мои тоже не особо любят их без соли. Но я обычно ем их с черным хлебом и с майонезом, что не очень здорово, но очень вкусно. Итак, я попробую вначале без майонеза. Видите, уже рука открывается. Очень интересно. Совсем другой вкус. Совсем не такой вкус, как обычно получается у вареных яиц. Даже майонеза не хочется. И соли. Очень интересно. Видите, как красиво. И, по-моему, попала как раз в правильный момент, пока она совсем не пересохла. Вот где она такая темная, желто-оранжевая, она там самая вкусненькая. А вот где уже становится совсем такое светлое, желтое, там уже она посуше. Яйца класс. Без соли, без майонеза. Забыть можно про майонез. 5 баллов в кастрюльке. Удачи. 10 минут. 2 ложки воды на 2 яйца. И средняя температура тепла у плиты. И все. Сэкономили воду. Сэкономили электричество. И еще в себя лишней соли не засунули. Тройная польза. Удачи.